равнодушия нет ни у кого. Мы операция на открытом сердце, мы оперируем. Ваше здоровье, наша работа. На самом деле я подумала, что это розыгрыш. Так она отреагировала на поздравления близких и коллег в связи с участием в акции «Лучшие». Людмила Шарапова, акушер-гинеколог 4-го роддома. За 25 лет она помогла появиться на свет тысячам малышей. Бывают такие ситуации, идешь по улице, и вдруг на тебя кто-то бросается с радостными возгласами, улыбками. И ощущаешь такое тепло, что мы вместе были в такой ситуации, мы были сопряжены, мы ощущали себя одним единым организмом, когда происходили роды. Большую часть жизни Людмила Евгеньевна проводит на работе. Выходных, признается медик, почти не бывает. Коллектив и пациенты стали для нее второй семьей. Она совершенно без всяких разговоров, то есть в любое время суток. Но обычно вот ночь, да, ночью это все происходит. Просто по первому звонку она мчалась в роддом. Таких людей, как Людмила Евгеньевна, в общем-то, на них держится современная медицина. Проголосовать за доктора Шарапову можно на нашем сайте teleobjektiv.tv. Результаты акции зависят только от ваших предпочтений.